Более 40 километров рек планируется расчистить до начала паводка опасного сезона в Приморье. С декабря прошлого года данная работа ведется в регионе в ежедневном режиме. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяка на совещании под руководством министра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова. Олег Кожемяка доложил министру о превентивных мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. По его словам, чтобы их избежать, Приморский край при поддержке МЧС России инициировал внесение изменений в федеральное законодательство, которые позволяют заранее подготовиться к паводкоопасному сезону. Мы организовали срочные неотложные работы по восстановлению пропускной способности русел рек на проблемных участках. Для этого край закупил 38 единиц тяжелой специализированной техники. Чтобы управлять ею в сжатые сроки, мы организовали обучение краевых спасателей и пожарных с доплатой за работу в этот период. Она у нас достигает до 200-250 тысяч рублей, в зависимости от отработанных часов, что стимулирует работу спасателей, помимо, как говорится, основной деятельности. Начиная с 23 декабря 2023 года в ежедневном режиме ведутся работы в Уссурийском, Спасском, Лесозаводском городских округах, в Октябрьском и Спасском районах. Одновременно задействовано 30 единиц техники, соответственно, 35 специалистов, работающих на ней, спасателей пожарных подразделений. На малых реках Спасовка, Кулешовка, Струговка, Шкуратянка, Раковка и Танга расчищено более 8 километров русел рек с выносом, созданием необходимых дамб. Вот, вынуто уже 75 тысяч кубометров донного грунта. Всего с начала паводкоопасного периода планируется расчистить 29 участков на 17 водных объектов общей протяженностью более 40 километров.